Всем привет! Я буду снимать Сталкер. На Android мы будем играть в Сталкер. Поиграем, исследовать будем. Выполним квесты, поисследуем места, деревни, там что есть. И это только первая часть выйдет сейчас этого видео. Мы поиграем в Сталкер. В второй части там будет еще. Там я уже придумал, что там будем делать. В третьей Короче, части мы Митина, нападем я тебя спас. на Я блокпост. благородством играть не буду. Выполни за меня Военными, а в пару этой части мы заданий, будем и мы в просто расчете. выполним сейчас Заодно посмотрим, как быстро у квесты. тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей Квест от теме Сидоровича. постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить, значит, есть за что. Берем у него задание. Ну, идем брать. Она сидит. Ай. Закрываем дверь и бежим до волка. Берем задание и тут облутываем всю деревню. Посмотрим, что тут есть. Что-то какая-то у него грустная музыка. Жуткая чуть-чуть. Музыка. Так, стрёмненько. Так, берем. Прям в руки. Так, перезаряжаемся. И лутаем, бегаем. Тут ванны ничего нет. Тут тоже ничего нет. Здесь стоит вода и консерва. Радость туриста. Так, тут еще может тут что-то на полочке делать, да? Уж ничего нет? А может диваном что-нибудь? Нет? Под диваном даже ничего не прячется. Даже в печке. В печках нету ничего. Так. Смотрим дома. Так. Тут. Водки, что-то вот. Вот тут много водки. Я вам скажу, тут водки просто вот. Тьма тьмущая. Тут ее много. И очень здесь много. Так, здесь ничего не под столом нету. Тут есть что-нибудь? Здесь тоже ничего не да. А как встать? Он не встает. Он не хочет вставать. А, он теперь не хочет вставать. Так, он не хочет вставать. В данный момент он не хочет вставать. Давайте сохранимся. Сохранение, кстати, тут. Давайте перезапустимся. Сейчас перезапустимся. Может, то приседание уберется. Так, вот загрузилось. Сейчас прогрузится. А, где мы? И что это? Так, по новой. Загружаемся. Так, я походу сталкер сломал. Я, походу, сталкер сломал. Короче, сейчас я перезапущу. Короче, вот я перезапустил. Все. Теперь приседать как-то будет, почему-то он присел, но не вставал больше. И после того, как мы сохранились и загрузились заново, то текстурки ничего не приближалось. Потом вы видели, что там по экрану черное что-то начало появляться, там артефакты начали где-то появляться на экране. Так, я заново перезапустил и бегаем, смотрим. Так, есть что-нибудь? Хлеб, водка, опять водки и куча. Все, убрали бы ее. В конце можно выпить много. Ты не будешь пьяным. Это прикол. Тебя здесь качать вообще никак не будет. Окошко.
Прикольное окошко внаружу. На улицу выводит. Вдруг ты можешь, кто-то это там подсмотрит. Будет какой-нибудь человек. Рандомный. Так, что есть тут пешки? Женщины. По-моему, там доме ничего нет. Там полностью пустой. Еще не смотрел в этом, по-моему. Тут а. Здесь что есть? Здесь есть. Много всего. Так, комбинезон может достать. Скрыш. Давайте попробуем. Я уже... Так, можно же попробовать. Залезть на крышу. Он как бы должен допрыгнуть. Я с забора по-любому должен допрыгивать. В любом случае на крышу. Вот. Давай. Опа. Почему я проваливаюсь? Прыгнуть? Ну... Он почему-то проваливается, с этого козырька падает. Он пойди как... Вот он долетает. Он же долетает. Ну падает. Скрышина на комбинезон не достанем. А нет, достанем. Есть в этой части будет комбинезон у нас. Бронька другая, новенькая. Так, комбинезончик у нас есть. Все, комбинезон достанем. Круто. Так, тут больше ничего нет, кроме комбинезона было. Так, тут тоже вес добавили, что вот нельзя много таскать с собой. Ну все, можно пойти на задание. С этого подымем, попробуем его подымать. Дай аптечку, пожалуйста. Толик, на, аптечку, Толик. Толик, Болик, все, до свидания, Толик. Так, у нас тут есть обрез. Мы заберем этот обрез. И пойдем на них атаковать. Берем дробовик. Дробаш. Перезаряжаем. У нас сейчас, нам он сейчас поможет. С бандитами. Постреляем. Так, надо с этим поговорить, что мы пришли на помощь. Мужики, тут волк прислал нам подмогу. И помочь им. Так, вот сейчас диалог прервался быстро очень. Что я отошел так от них далеко. Мы все пришли. Они уже меня увидели. Они не знают, что я пришел с такими намерениями, что их убить. Ух. Идем на перезарядку. Так, они, да. На моих убежали, так, будем помогать. Так. Ой, чуть не откинулся. Вот это плохо. Так. Все, мы первый раз уже аптечку использовали. Так, первый раз уже аптечку использовали. Так, начинаем тут лутать. У меня пока меня стреляют. Я тут лутаю. Так, надо помогать им. Что они его не убьют. Так. НПМ. Не могу здесь перемыть. А, во. НПМ использовать. С ПМ. Он не перезаряжен еще ПМ. Нормально, я хотел сейчас пострелять. Так. Мы их убили, да? А, нет. Чего вы возле костра сидите? Они возле костра тупо сели. Не понял. Так, все. Ну, я сам разобрался. Ну, ладно. Сидите возле костра дальше. Мы воюем, они вон возле костра садятся. Здесь перестрелочка была. Перестрелочка. Так, вставаем. Мы тебе сейчас флешку возьмем. Флешечку, шустрый, давай. Флешечку. Нам флешка нужна. USB флешка. Так. Смотрим, тут... Ну, тоже лут есть. Небольшой. Тут тоже можно позабирать. На крыше. Тут здесь лежит, я уже знаю. Что здесь может лежать? Только научная аптечка и антирад. Так.
Мне интересно, что будет дома мне жить, может, что-нибудь. Что-то так открытое место вот тут. Типа, вижу, что тут что-то есть. В трубе что-нибудь есть? А в трубе интересно. В трубе, наверное, ничего нет. Где эта труба? А нет, в трубе ничего нет. Ну да, в трубе ничего не будет. А как вылезти? Ага. Фу, я сейчас испугался, думал, он сейчас не встанет. С положения приседа. Ну, побежали к Сидоровичу, отдавать флешку. И на этом задание кончается. Все. Игры про сталкер. Может. Вместо Майнкрафта. Майнкрафт все равно как-то не очень популярность. Смотров мало набирает, мне интересно. То есть у меня и контент на сталкер. Буду сталкер снимать. Или по подобию игры сталкер. Игры сталкера. Так ведь он радиоактивный? Слышь, ты чё мне мозги паришь? Так анекдот. Послушай. А я все равно их не понимаю, неинтересно. Понималось ли бы их? Если бы я понимал их, то было бы интересно. Было бы интересно. Так, привет, Сидорович, снять тебе флешку. И все. Далее мы ему флешку. Тебе туда можно прийти? Там вообще у него ничего нет такого. Если убить Сидорича в сталкере, снег Чернобыль на компьютере, то будет зеленый жук. Это такая ошибка. Вот реально вот такая. Ну, она как бы появляется после убийства его, либо мод там установил какой-то, он не запускается, выдает такую ошибку. Либо не запустится вообще. Тут ну все. Я могу на этом заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.